подарить бумажные сюрпризы. Но в начале адвент-календарь. И сегодня время для 23-го. И тут у нас лежит вот такая вот одежда для Джузи. Давайте ее примерим. 24-й лежала вот такой вот снеговик на Джузи. 25-й лежит вот такая вот милая зайка. Она мне очень понравилась, очень красивая. А тут записка, сейчас прочитаю. Сделай новогоднее селфи, отправь в соцсеть любую. Ну, именно там написано соцсеть, но я не буду говорить, какая. 27-й лежала жвачка. Я ее уже жевала. Она желтая была. А 28-й тут что-то лежит. О, классно, я люблю божьих коровок. И тут такой вот красивенький, тоненький, миленький браслетик. Вот так она выглядит, очень красиво. Мне нравится, спасибо большое. Это был 28-й день. И последним 29-м это вот такая вот шоколадка. И все это открыто. У меня не помещает. И вот такой вот костюмчик у меня получился. Спасибо большое. Очень красивенький, модненький. Что такое, может, шлейф? Ну, у нас адвент-календарь, конечно, закончился. 29 дней. И кто не видел прошлые подарки из этого адвент-календаря, то посмотрите. Поставьте, пожалуйста, лайк. А мы начинаем бумажный сюрприз. У меня есть новая коллекция, вот такая вот она. Давайте возьмем, сейчас помешаем. Я возьму вот эту. Возьму я маленькую, самую первую. Вкусняшки, возьму эту. Коллекция вкусняшки. Ой, а это тогда что? Я не помню, если честно. Вот когда название не подписываешь, забываешь. И еще какая-то коллекция. А, арбизы. Мы начинаем. Начну, как всегда, с арбизов. И с вот таким вот прекрасным браслетиком. Они вот легко вот открываются, потому что тут такой вот скотч. Если вы не видели прошлое видео, что у нас редкий попался. Тут у нас такой желтый, тут написано, тут блестки закрывают. И вот такой вот арбиз. Приклеим его вот сюда, например. Такая вот коллекция. А арбизики я не буду, наверное, их сейчас высыпать на следующем видео, чтобы просто одну арбизы, такие там мало еще, просто в отдельную емкость ложить. Так что в следующем видео мы его откроем. Следующие у нас вкусняшки. Так, и у нас такое мороженое. Под номером 8 я ее оторвала. И вот, вот такая вот коллекция получается. Очень красивая, мне нравится, сладкая. Ну, сладкая я имею в виду, вкусняшки попадаются. Дальше Мэйзи Хитчинс. И тут у нас вот такое вот перышко. Под номером 3. Кто читал эту книгу «Тайна мальчика из джунглей», тот знает. А кто не читал, я скажу, это перо не от птицы, а от маски. Там есть одна маска. Ну вот, вот такая вот коллекция получается. Коллекция, помню, как называется эта коллекция. Рвем. Опять я что-то порвала, по-моему. Давайте первое посмотрим. Это вот такое вот красивое мороженое. Я его слепила из легкого пластилина.
дальше у нас попались наклейки в виде такого, как мороженое. О, у нас тоже попалось мороженое. В кондитерский мешок, который оторвался.